Здравствуйте! Вы смотрите канал компании Фотопроцентр. И сегодня мы с вами рассмотрим источник постоянного люминесцентного света от компании Falcon Eyes LH-PAD-323. Наверное, это один из самых простейших в эксплуатации приборов, которые были у нас только в обзорах. Он состоит из отражателя вместе с внутренней начинкой и электроникой, трех ламп люминесцентных 40 Вт каждая, а также в комплекте идет вот такой вот рассеиватель, который надевается поверх этого всего. И кабель питания. Давайте попробуем его собрать. Если вы умеете вкручивать дома лампочки, я думаю, со сборкой вы справитесь. Потому что тут стандартный цоколь E27. И мы готовы к работе. Перейдем к подробному изучению интерфейса прибора. Клавиша включения. Работает. Под колпачком с надписью Fuse, в переводе «предохранитель», находится предохранитель. Их в комплекте 3, один уже установлен. Я надел на наш прибор рассеиватель. Теперь он напоминает softbox. И давайте его опробуем. Свет, пожалуйста. Рассеиватель дает более мягкий свет, чем простое отражение при помощи рефлектора. Теперь попробуем снять его. Снимается он тоже очень просто. Появились жесткие тени. Как вы уже успели убедиться, прибор имеет очень простое устройство. Лампа имеет световую температуру 5500 кельвинов, что соответствует белому дневному свету. И он подойдет как для фото, так и для видео. Вы можете использовать его даже зонтом. Здесь имеется специальное отверстие для этого. Вы смотрели канал компании Фотопроцентр. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые обзоры. Пока!